Но вас пригласили именно за трофеями. Да, я потому и стараюсь. Это очень хороший ответ. Я думаю, что развивать футбол надо в стране. Вы от этого ответа отталкиваетесь? Не, я приду. Почему? Я никогда не ухожу от этого. Сделаю так. Говорит, вот ты там замену сделал. Он вышел, подскользнулся. А я в той игре две замены сделал. Один подскользнулся, а один гол забыл. Людям это неинтересно. Да, прошло время. И у вас вот здесь что изменилось? Великий клуб. Знаю талант узбекского футбола. Точно так же могу, значит, сказать про ваш футбол. Не хочу сейчас сглазить, да?